В Управлении защиты экономики в Днепропетровской области поступила информация о том, что на территории региона распространяют фальшивые деньги. Проведя комплекс необходимых мероприятий, оперативники не только установили фальшивомонетчиков и место печати денег, но и задокументировали более 30 фактов их распространения. Человек та дружина, мешканці міста Дніпропетровська, на власному подвір'ї організували монетний двір. Друкували фальшиві гроші номіналом 500 гривень виключно. Свою діяльність вони проводили не тільки на території регіону, але і в інших областях. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли 7,5 тысяч гривен с признаками подделки, купюры номиналом 500 гривен, компьютерную технику, банковские карты, а также средства и имущество, приобретенные на поддельные деньги. Кроме того, изъято 18 800 долларов США, 1500 евро и 6 тысяч гривен. Новокадацьким судом міста Дніпропетровська вказаним особам обрано запобіжний захід цілодобовий. Домашний арешт. Согласно статье 199 Уголовного кодекса Украины, за печать и распространение поддельных денег супругам-фальшивомонетчикам грозит заключение сроком до 7 лет.